Всем привет! Мы приехали на дачу. Нам сегодня нужно будет опрыскать яблони и сливу. Погода у нас пасмурная, но плюс. Поэтому будем опрыскивать яблоньки. Слава тут подсмотрел новый способ. Привет! Будем проверять. Так, что нам понадобится? Так, ну сначала мы нальем литров, я думаю, 6 сюда примерно водички. Вот так, наверное, достаточно будет. Нужно опрыскать до появления почек, да? Да, у нас сейчас установился устойчивый плюс, наконец-то. И без осадков, что самое главное. Теперь нам понадобится 2 пакетика медного купороса. Сейчас мы его распечатаем, высыпем. И в горячей воде, специально для этого в термос набрали горячей воды, чтобы здесь не возёкаться. Ну, у нас еще не включили воду. Да. Можно было, конечно, потерпеть до субботы. Высыпаем медный купорос. И сейчас мы его зальем горяченькой водичкой, чтобы он получше растворился. Потому что он вообще, в принципе, плохо растворяется. Такой у нас суповой термос. Другого. А второй маленький совсем у меня. Под воду. И мы его... Так, это дело все сделаем. И теперь побухтаем. Взять палочку. Ну, может, и палочкой. Так, теперь мы в водичку добавляем жидкое обязательно. Не натертое на терке, а жидкое хозяйственное мыло. Ну, где-то примерно грамм 150. На этот объем, наверное. Будем все это на глазок делать. Не так важно. Так, это у нас литр, по-моему. Да, литр. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ага, то есть где-то примерно вот так вот. Брызгается. Ой. Хватит, нет? Еще чуть-чуть. Бе. Так. Так, мыло. Теперь нам понадобится пищевая сода. Пачка у нас 0,5 кило. 0,5 же, да? Ну, где-то треть пачки примерно. Примерно где-то так. Дальше нам понадобится литр молока. Туда я свой ножичек еще засуну. Вот.
Этим раствором можно обрабатывать и кустарники, да, и деревья, и розы. Все, кроме хвойников. Вот, теперь немножко взболтаем это дело, перемешаем. Теперь добавим туда медного купороса и сразу резко закроем. Потому что пойдет реакция. Пойдет реакция, и по идее нам не нужно будет накачивать, а все пойдет само автоматически. Сейчас будем смотреть, пойдет, не пойдет. Так, ждем. Ну, и где? О, пошло, пошло, поехало. Ну и все, и пошли опрыскать. Так, вот маленькая. Это как-то плохо идет. Привет, привет! Вот так вот тщательно, да, Слава, опрыскиваем. Да, тщательно опрыскиваем. За счет мыла все это будет хорошо держаться у нас, и все микроорганизмы, которые живут у нас с осени еще, они будут погибать, их будет медный купорос добивать. Вот так выглядят наши деревья после обработки. А мы закончили. Всем пока-пока.